Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Герои Might and Magic 6. Так, хочу я захватить этот форт. Это измена. Нет, ваши действия — это измена. Хуже того, измена Богу. Считаешь, что неправильно пытаться остановить Герхарда? Мне не нравится то, что он делает, но у него есть указ Императора. Его благословил Император, наместник Эльрата в Асхане. Лаем всего лишь человек. Человек политики и закулисных сделок, а не права, света и чести. Но все же он император. К огромному моему сожалению, то, что твоя задница восседает на троне, не дает права творить такое. Да, вот так вот. Похоже, нам придется воевать с императором впоследствии. И мы победим. Так. Ну, тут, в принципе, думаю, будет стандартная битва. Не такая уж и сложная. 64 лучника потеря... Нет, я себе такое не могу позволить. А, у меня их всего 60. Блин. Вот это фатально тут что-то. И маны нет. Слушайте, ну я кину безупречное нападение и ангел-хранитель на лучника. Вот так вот я сделаю. А тут орков подставлю, чтобы они... Ну, ладно, пусть они еще стрельнут. Бамс. Просто лучники-то мне нужнее. 9 существ погибнет. Ну, окей. Бум. Все, надо идти бить ворота, разламывать. Тут надо врываться. О, отлично, он вышел. На тебе! Блин, так. Теперь, слушайте, мне надо... инициативу увеличить, чтобы наши быстрее походили. Вот так вот. Иначе никак. И надо стукнуть. Еще разок. 10 существ. Отлично. Бум. Ой, ё-моё! Огненным шаром сразу ударил. Блин. На тебе! Ой, ё-моё, еще и... Ах ты, скотина. Блин. Да. Ударь его, еще разок ударь. Блин, ну они просто фигачат. Так, подожди. В ожидании. Может, они убьют? А ну-ка, что у нас есть тут? О, героизм. На тебе героизм. Вы должны убить. С удачей точно убил. Так, теперь надо стрельнуть. Так. Ладно, стрельнем вот так вот. 6. Теперь повесим опять неуязвимость на арбалетчиков. Вы, блин... Так, тут можно вообще капкан поставить. Чё я им не воспользовал? Ой, ё-моё! Откуда у него столько маны, блин? На тебе безупречное нападение. Фигач ты этих лучников. Фигач его, отлично. Так, надо ломать ворота. Бам. Еще раз, отлично, бам. Куда стрелять? Да сколько можно? Да, вот это битва так битва, блин. Неуязвимость на арбалетчиков. На тебе. На тебе. Ломаем ворота. Блин, а они все равно уязвимы что-то были. Так. Да сколько можно игре сворачиваться, блин. Надоел этот скайп. На тебе. О, слушайте, можно их ударить, этих послушниц. Побежали. Побежали.
А, блин! Я не знал, ну почему тогда рисуют, что она нормально, да, что он нормально доходит? Какого вообще так и нарисовали? Специально, да? На тебе. Блин. Буду знать, что даже если рисуют, что он доходит, нельзя пройти. Блин, ну мы 48, это же не 65 все-таки. Как мне поступить с тобой, Валеска? Ха. Казнить. Я хочу казнить! Почему я не хочу казнить? Почему я не могу казнить ее? Блин, я хочу казнить ее! Ладно, придется ее изгнать. Ну ладно. У меня почему-то неактивно этот... Вроде бы выбор дают, но я не могу казнить. Ладно, изгоняем. Ты всегда твердила мне о семи добродетелях Хелерата. Что ж, я покажу тебе, что в отличие от твоих благородных друзей, я знаю цену милосердию. Я изгоняю тебя из герцогства. Может быть, ты найдешь себе местечко у Герхарта и его мясников. Да... Похоже, мы себе сейчас врага нажили. Так, 250 золотых, перестраиваем. Перестраиваем, но это мы уже видели, как он перестраивает. Так, вот видите, когда он наш, он в два раза больше, 500 золотых. О, тут никого нет, очень жаль. Так, где наш второй герой? Блин, мы столько армии потеряли, жесть! Это просто жесть, сколько мы армии на этой битве потеряли. Так, ты давай беги быстрее, блин, быстрее беги, быстрее, ты медленно бегишь. Так, ты давай, наверное... Так, тут это наше. Тут что-нибудь есть? Увеличивает прирост основных существ. О, мы там сундук не взяли. Побегу за сундуком, сбегаю. А вообще нам даже, нам в принципе сюда и надо. Вот так, ты давай, тащи армию. О, там еще артефакт мы не взяли. Слушайте, пойду возьму артефакт, хотя это сумка бесконечного золота. Ой, слушайте, и здесь вход. Нам по-любому сюда надо. Так, ладно, забегу. А, знаете, как я даже сделаю? Я сейчас сделаю по-другому. Значит, ты, побочный герой, иди бери этот артефакт. О, 500 золотых в день. Теперь беги к главному герою, блин. Уже посещали такую постройку. Так. Ладно, вот так вот сделаем. Вот тут остановимся. Так, теперь ты беги ему, передавай армию. А, не, это вот... Блин, столько лучников было. Вообще столько армий дофига потеряли. Так, это что такое? Переключиться в обмен артефактами. Сумма бесконечного золота. Так, Настя, положи эту сумку. Вот, так, все, побежали. Вот нам сюда надо еще, тоже надо захватить. Привидение, блин, да вы задолбали. Атаковать. Незначительные потери, отлично. Так, это что такое? Обсерватория бесплатно открывает вид на окружающие окрестности. Опачки, что это такое? Ого! Ого-го! Мне нравится, что он делает, но он не должен этого делать. Старый Иштван заслужил покой. Гробницу нужно очистить и умиротворить Иштвана. Четвероногая пройди! Изменники! Да. Не волки, а псы! Отбросы! Да, он, похоже, сейчас отряд орков убил. Вон, мы выполнили квест какой-то. Так. Значит, ты тогда в таком случае давай беги обратно в замок. Блин, как далеко у нас замок находится. Ну, в принципе, нормально.
А мы тут пока попробуем повоевать. Так, что здесь целая армия демонов. О, демонов, нечисти. Ну, давайте попробуем. Слушайте, а я все-таки не буду сейчас. Это что такое? Жила дракона полностью восстанавливает ману. О, мы восстановили ману. Слушайте, уже высокая? Только что была низкая угроза. Он что, докупил что ли себе этих монстров? Ах да. Блин, жескач вообще какой-то. У нас такая штука посещена. Давайте посетим эту штуку. Так, ты давай беги, беги, беги в замок, в замок, в замок, в замок. Блин, может не воевать с ним сейчас? Пока зачистить тут всех в округе. Вон, это что такое? Удваивает базовую ману. О, замечательно. Я даже вот так сделаю. Так, это что такое? Врата духов, только выход. Так, давай, беги, 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 беги. Стой. Посещал? Посещал. Ладно. Не добежать один ход обязательно. Так, давайте зафигачим этот. Оставить их, я не хочу терять армию. Опачки, удвоили базовую ману. Так, золотая шахта. Не знаю, есть ли смысл с ними драться. Ну ладно, давайте их атакуем тоже. Слушайте, их тут столько много, я не хочу. По-любому с потерями. Блин. Вот, лучше вот этих замочим. Потом разберемся. Надо сначала взять город здешний. Так, вот этих можно зафигачить. Только единственное, я хочу переиграть, чтобы компьютер, он как бы во время быстрой битвы, он магией пользуется. Вот, и это как бы, ну, совсем нехорошо. То есть... Лучше магией не пользоваться, а чтобы... О, замечательный выстрел. Так, вешаем неуязвимость, идем атаковать. Все легко и просто. Раз. Теперь он уже у нас не отвечает на мордова. И убиваем спокойно. Без затрат маны. Да, то есть все, в принципе, легко. Ой, и без потери, без затрат маны. Великий генерал. Выиграйте 25 боев подряд главным героем. Ух ты, круто. Еще одну ачивку получили. Так, тут берем опыт. С деньгами проблем нет. Так, вампиры, вампиры. Привидения. Так, ну что, пойдем воевать с ней. Высокая, в скобках, незначительная. Блин, так как так-то? Так, ты. Давай, покупай тут армию нам. Кстати, мы что-нибудь построить можем? Ага, ничего не можем построить. Ну ладно. Отлично, купил армию, бери ее. Вот, все, давай, тащи быстрей. Слушайте, надо, наверное, цепочку сделать. А вот тут есть телепорт. Может, как-то можно было быстрее прорваться? Нет? Ну ладно. Блин, что ж ты так медленно бегаешь? Так, знаете что, я, наверное, цепочку из героев сделаю. Это давнишний способ. Вот еще куплю героя, который будет постоянно сидеть в замке. О, кстати говоря, у него ж армия есть. Мы сейчас еще и эту армию, кстати, передадим. Вот ты. Забеги сюда. И передай армию этому герою. Так. В этих героях что прикольно, то что герой может передвигаться без армии, поэтому вот так вот он передал. И все, и теперь как бы по цепочке мы... Да, надо было мне давно, блин, сделать эту цепочку. Так, ладно, давайте этих привидений зафигачим пока. Пока тот тащит. Потому что тут кузнец-бронник, он защиту одну даст. Блин, 74 призрака, но мне, по-моему, кажется, у них немного там здоровья. Вот, то есть они, в принципе, не такие опасные. Так, все в атаку. Да, и наши лучники еще и первые ходят. Сколько? Ух ты, блин, у них много здоровья. Или немного? У нас много или немного здоровья? Так, ну теперь по старой схеме. Вешаем ангела-хранителя. И идем в бой.
Отлично! Бах! С удачей долбанули. Минус 12. Замечательно. Еще раз. На. Теперь давайте тоже с удачкой. Эх, жаль без удачки. Так, и вы давайте фигачьте с удачкой. Бам, нормальный ход. Эй, чё это они первые вдруг ходить стали? Мои должны первые ходить. Блин, вот фигня какая. Так. Чё, стукнуть их так? Ладно, пока не будем бить. 5-9, ответит на удар. Я сначала вот этими ударю. Может, они их убьют, если удача пропьёт. Не, не убили, но они слабее ответят, как бы. Никого не убьют. Теперь можно спокойно их добивать. Вот, все. Ну, в принципе, 4 лучника допустимые потери, я считаю. Так, возьмем броньку, возьмем опыт. Так, кто у нас? Ты с армией. Давай, давай, беги, 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 беги. Так, а ты возвращайся назад в замок. Назад в замок. Слушайте, надо, наверное, еще купить героя. Вот так вот. Так, вот так вот мы их поменяем местами. Ты у нас знаешь, где будешь стоять? Ты у нас будешь стоять, вот куда ты сможешь добежать, чтобы, ну, посети эту штуку. А, я уже посещал, да? Ну, тогда вот, вот тут ты и будешь стоять. Вот, да, вот прям здесь. На случай передачи войск. Так, давайте подбежим поближе к... Так, кто у нас тут с войсками? Ты с войсками. Блин, надо, наверное, даже еще одного героя купить. То есть, тот стоит там. Ты будешь стоять вот здесь примерно. Так, Розалия. Ты будешь стоять... Куда ты можешь добежать? Вот где-то здесь ты будешь стоять. Так, кто тут у нас еще есть в замке? В замке больше никого нету. Я еще куплю. Ого, 10 тысяч герой стоил. Блин, жесть вообще. А ты будешь сидеть в замке. Все, замечательно. Ну, конечно, не то чтобы там замечательно. Но заодно посетим этот флаг. Так, и все. Думаю, ход можно пропускать. Вот так вот. Так, теперь ты притащил армию. Отлично, притащил. Так, теперь мы берем себе армию. Берем себе армию, берем. Так, у нас следующий. Ты стоишь здесь. Ты докуда вам можешь добежать? Ты можешь добежать вот до сюда. Значит, твоя задача вернуться и стоять вот там. Вот все так. Теперь главный герой. Ну что ж, пойдемте в бой. Пойдемте в бой. Так. Атаковать. Слушайте, нам бы разделить как-то. Ну ладно. Атаковать. Ух ты, 54 этих. Блин, давайте все-таки переиграем. Ну, конечно, ими я готов пожертвовать. Они мне нравятся куда меньше, чем... Вот так вот тут все поставим. И этих поставим в центр. Под защитку. Вот так вот. Кто первый ходит? Упыри. Так, что-то он там сколдовал. Угу. Значит, безупречное нападение. У них, по-моему, лучники только вот эти, да? Что? Только 4? Как так? Я боюсь. Они 5 убили. Блин, жесть. Так, ладно. Слушайте, надо, наверное, тогда идти бить ворота. Как-то врываться, потому что стоять вот тут вдали, это вообще не дело. О, они там что-то к той стенке подошли. О, замечательно, поворотом жахнули. Так, сколько у меня маны? 120. Вот так, 14. 12 этих. Блин, сильные костяные воины, буду знать. О, теперь 5, замечательно. О, еще. Еще 2. Ну, в принципе, нормально так. Так, бить, 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 бить ворота надо. О, тут хоть ворота можно втроем бить. Это меня радует. Бьем ворота. Никто к нам выйти не хочет тут подраться. Так, вроде бы нет.
Да хватит уже колдовать, ты надоел. Он, кстати, не колдует. Ой, молния, она ж перезаряжается, блин. Так, ладно, сколько ты убьешь? 2-5. Так, еще 3. Давайте так сделаем и стрельнем. Давайте все фигачим ворота. Кстати говоря, они все... Давайте мы тоже подождем такие, типа. Типа мы... Ага. Наш ход, да? Ну что ж, бьем ворота. Слушайте, я сейчас неуязвимость на него повешу. И кого мы будем первыми убивать? Наверное, 30 вот этих привидений. На тебе! Так, теперь они, видите, не отвечают. Забегай туда аж прям. На тебе! Ух ты, воскресил, зараза! На тебе, есть! На тебе! Так, можно да, вешаем безупречное нападение. Фигачь этих лучников! Тут мы сами... Ой, куда побежал? Блин! Сраза, ненасытные упыри. Так. А у нас еще и нету... А у тебя есть, да, этот... Неуязвимость? Замечательно. На тебе! Отлично. Стукни их еще разок. Так, добить их надо. Добивай. Ну, почти добил. Один-то он незначительно. Блин, а вот 5-то уже, знаешь... Ответим, чтоб убить. Я, блин, не мог убить. Вот, зараза. Так, давай, на тебя неуязвимость. И иди. Убивай. Контрудар. Теперь фигачим все. Все толпой. Да сколько можно стрелять по моим... Блин. Вот это жесть вообще. Ну ладно. Слушайте, вы мне надо... Блин, надо по этим, наверное, ударить. Логичней. Да, фиг с ними. Ударим по этим, фиг с ними, с этими 7 упырями. Мы их сейчас убьем все равно. Так, да, тут убиваем эти 3. О, убиваем эти 2, отлично, за один ход. И теперь быстро-быстро побежали туда, за теми этими. Блин, ну висталки, вы походу уже в расход идете. Стреляй по ним, еще стреляй. Так, магия есть? Да сколько можно? Магии нет. Так, безупречное нападение, наверное, на вот этих я повешу. Так, побежали. Вы добегаете? Отлично, добегаете. Так, я бы вам еще героизм какой-нибудь повесил. Ой, надо было ж на них неуязвимость повесить. А, ну в принципе так даже лучше. Так, висталки, от вас все равно толку нет, поэтому хотя бы собьете, ну, эту ответку. Ой, отойдите сюда. Блин, он ответил? А, нет, это он не ответил, это он просто ударил. Фигач, все, победили. Блин, ну закосили у нас 50, да. Почему их висталки называю? Они же эти... Как они? Прародительницы или прорицательницы? Что-то такое. Кто это прибежал? Ты кто? Я знал. Эти соколы не упустят случая захватить мои земли! Волки в моей стране! Позор! Иштван, твои воины в прошлом. Оставь наши воины нам.
Так, все, теперь он, я думаю, будет покоиться с миром. Герхард много лет доставляет беспокойство. Давно надо было его прикончить. Впрочем, рано или поздно Асха призовет его. Лучше рано. От него больше хлопот, чем от Ирины и Сандора вместе взятых. Трудно поверить, да? Трудно поверить, что может быть кто-то хуже моих непослушных детишек. Непослушных? Они не более непослушные, чем любые другие. Ты и сам был такой же, Вячеслав. Честно говоря, остальные трое пошли в мать и стали, на мой вкус, слишком учеными. Возможно, но у всех у них есть огромный потенциал. Если они успеют его реализовать. У грифонов есть дурное обыкновение — умирать молодыми. Да, постараемся не следовать этой традиции. Так, цель — это что, замок, что ли? Или что это? Слушайте, это замок? Нифига себе, а ну-ка давайте его перестроим. Как замок перестраивается, покажите нам. Опачки, у нас теперь два замка есть, круто! Теперь у нас в два раза больше войск будет призываться. Какие новости? Орки убили волков. Говорили с пленными. Пленные говорили большой херцог. Герцог, а не херцог. Виноват. Герхард ведет волков в земли грифонов. Указ или не указ, он слишком дерзок, если считает, что может зайти так далеко. Я заставлю его на коленях просить прощения за все, что он сделал. Вот так вот жестко. Так, что нам? Слабый артефакт, кошелек бесконечного золота. Ну, у нас и так сумка есть. Так, ну мы уже тут расширили земли так вообще мощно. То есть, уже... Почему эти шахты нам не принадлежат? Я же, блин... Ладно. Так, что тут можно построить? Чего нельзя построить? Почему нельзя построить? Почему это нельзя построить? А, видимо, вообще ничего нельзя построить, потому что этот, как его, ход... ну, в общем, вы поняли, да? Так, все, давай, иди сюда. Вот тут будешь стоять. Все. Ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.